болсо бул Чингиз Айтматовду экинчи жолу жасап атам. Негизи мен бул вот персонаж мальчик, это мальчик, он сбил. Во, мен бир тартып койбойсуз пачкасыз. Пообщавшись с местными художниками, я узнал такую легенду о Жангыл Мырза, вот такой девушке, смелой девушке. И мне пришла в голову такая идея изобразить ее в песке, создать такой декоративный образ этой девушки. И думаю, что неплохо получилось. Два снимка, блин, моих, я говорю, ну ни хера себе, блин. Песок и земля на Иссык-Куле чудесная, волшебная. Обычно в других местах за рубежом в составе используется клей. Мы этого не стали делать, потому что наши предки испокон веков. Это как бы это была основа нашей архитектуры, можно сказать. Одна из целей – это ознакомить, показать нашу историю, наш быт. Время, люди, эпоха меняется. И здесь как бы изображено, показано наши деятели, которые проживали в разные эпохи. Но свидетелем всегда была эта земля, песок. Лам,